Да, друзья, все больше и больше хочется уходить от каких-то историй, что с нами что-то не так, что мы что-то пытаемся исправить, что-то починить, что-то прорепетировать, прийти к какой-то проблеме. И я реально сейчас понимаю и осознаю, что внутри каждого из нас есть множество ресурсов, и каждый этот ресурс может легко трансформировать любую негативную историю. Поэтому желаю каждому из вас еще раз смотрите в хорошее, еще раз ищите ваш внутренний ресурс, вашу зону гениальности, и через это вы сможете трансформироваться, жить легко, свободно и счастливо. Увидимся!